Друзья, всем привет! Помните, если кто меня смотрит, я обещала рассказать вам особенности огородничества на Кубани. То есть, получается, я вообще на самом деле из деревни, то есть мы жили в центральной части России, это Костромская область. То есть, я выросла в деревне и проживала в сельской местности, можно сказать, всю жизнь я с огородом. То есть я представляю, что это и к чему, и как, что зачем следует. Но переехав сюда, тот опыт, который у меня там был, большей части он здесь отличается. И вот хочу с вами поделиться, чтобы вы не совершали тех ошибок, которые были у нас. Как вот у меня на днях соседка новая тоже, они переехали из Москвы, и они собираются вот садить огород, спрашивают, чего к чему. То есть им так вот в такой форме сказали, что ну, на Кубани все растет, палку откни, и палка прорастет. Я, в принципе, раньше тоже примерно так все и думала. Почему-то про минусы огородничества на другом регионе и на юге. Я такой информации не нашла, поэтому хочу поделиться просто своим опытом. Я никому не навязываю свое мнение, просто выводы, которые сделаны за 2 года посадки огорода, я вам немного сейчас расскажу вкратце. В первую очередь, как я считаю, нужно обратить на обработку огорода. Если вы, допустим, только его купили и не знаком, но и обратить нужно внимание на то, как он выглядит. А я расскажу на нашем примере. У нас был огород заросший, не знаю, может быть, очень лет нам где-то около 10, не садилось ничего. Там были и кусты какие-то, и трава высокая, и так далее. Что-то там мы выкосили. Мама до нас первое время вот жила, она посадила несколько, нанимала трактор. Тут ей эту территорию немного перепахали. Грядочки у нее были на месте нашего гостевого домика, где сейчас вот в этом районе. Так вот, эти грядочки, которые она посадила, уже ближе к осени, когда весь урожай был собран, она в эти грядочки, ну как вот делают на севере, мусор какой-то там, допустим, листву или еще что-то. Ну это не все, конечно, так делают. У меня тоже была компостная яма, я в грядки не валила, только когда уже перегнивший компост. Весь мусор, который с огорода был собран, валили раньше в эти грядочки для того, чтобы перепрело был как компост. Но здесь, на юге, этого делать нельзя. Почему? Потому что в этих кучечках они же дают тепло, перепревают, когда... И там размножается и поселяется разные всякие букашки. В первую очередь враг, это я как считаю, это медведка. До этого я ее не видела, не представляла, что такое за зверь. Но я с ним столкнулась уже первый же сезон, как только посадила я свой урожай. Поэтому, если вы обратили внимание, некоторые огороды вот здесь на Кубани вычищены. То есть вычищены, перепаханы, никакого мусора, никакой растительности на нем нет. Это правильно так нужно делать, чтобы вот всякие букашки там не разводились. И еще, к тому же этот вот мусор, он за сезон не перепревает. Из-за того, что нет, как на севере, снежных зим, потому что под снегом очень хорошо перепревает все, а здесь такого нет. К тому же летом, если что-то не допрело, не успело в зимний период переработаться, оно все лето может пролежать в сухом виде. Можно сказать, это засорение огорода, поэтому лучше всего чистить начисто от всех листьев, травы и так далее. Остается чистая земля. Если вы хотите удобрить землю для того, чтобы она была более плодородной, вносится какой-то уже либо перепревший компост, либо есть препараты гумат, органические удобрения, но вот в таком плане. Еще хочу добавить, если огород все-таки был запущен, как вот в нашем случае, растения, которые, не знаю, ну хотя бы года 2-3 росли, сорняки, они очень много вытягивают из почвы полезных веществ. То есть земля обедняется, земля становится бедной, не такой плодородной, как хотелось бы. Конечно, замечательный вариант тогда, когда огород был вспахан, до этого он был ухоженный, удобренный, чистый, то есть он подготовленный к посадкам в полной мере. Второе замечание, про которое я могу сказать, это, конечно же, полив. Из-за сухих и жарких ветров, то, что вы поливаете из леечки, из шланга, это все сверху засыхает, образуется коркой, то есть внутрь оно быстро не попадает. Испаряться поверхности очень-очень быстро. Если вы будете конкретно-конкретно проливать,
Многие растения же нельзя заливать прямо вот как струей. Поэтому желательно, если есть возможность, в первую очередь делайте это капельный полив. Капелька, она постепенно-постепенно по то растение капает, не размывая почву, не размывая корни, и чтобы земля была смочена, и капелька с этим хорошо справляется. Есть капельного полива также у нас минусы были. Это то, что в том году у нас кто-то прогрыз капельный полив от эти ленточки. Но мы выяснили, что это делал ежик. У нас тут на участке бегает два ежика, парочка. В этом году осень даже заметили, уже их детишек бегали, маленькие ежички. Так вот, эти ежики, потому что они хотят пить, а мы воду включаем на ночь, то есть утром, вечером я включаю, ночью у нас капельный полив поливается, к утру я выключаю. И вот ночью ежики выходили и рвали вот эти ленточки. То есть вот это тоже можно учитывать. К тому же капельную ленту может не только ежики повреждать, но и та же самая медведка, про которую я уже говорила. Медведка — это вообще считается тут такой огородный враг. Он, может быть, первый год, когда я посадила, у меня помидорки, перчики, утром вышла в огород посмотреть, а у меня все было пострижено, как вот, знаете, ножничками все растения, там осталось 2 или 3 кустика на весь ряд. То есть вот эта медведка, она перекусывает, не сколько она корни повреждает, но и это тоже, но в большинстве случаев она вот просто перекусывает то растение, которое у вас растет. Особенно если у вас выращено рассадкой, очень-очень, конечно, жалко. Но есть для этого... Мы, кстати, в этом году у нас заметили, что практически не было, по-моему, 1 или 2 встречали медведки, но, можно сказать, мы от нее избавились. Есть специальные такие гранулки для медведки, поэтому при посадке в лунки сыплите эти гранулки. Но покупайте, я вам советую, эту смесь сразу, чтобы была там написана и от муравьев, и от медведки. Нашествие муравьев, вот здесь тоже еще есть такой минус, бывает нашествие муравьев, что первый год у нас было, что второй год, ну и судя по тому, как спрашивали соседи, то есть бывает каждый год, они не весь сезон, но в какой-то период их бывает очень-очень много. Конечно же, муравьи тоже наносят вред большой, особенно декоративным растениям, кустарникам, деревьям, потому как они размножают тлю, а тля, естественно, плохо сказывается на самом растении и на цветении, и любят особенно кусты роз, поэтому и сразу нужно избавляться и от такого вредителя, как муравей. Теперь картошку. Картошку можно садить и 2 раза. Первый раз садится раньше, по словам соседей, садилась она где-то в феврале месяце, есть февральские окна, так называемые. Это период от тепла и холода. Есть такие там недели 1,5-2, когда... Кстати, вот забыла еще сказать, что огород желательно перепахивать осенью под зиму, как вот мы в этом году сделали, потому что весной... Сразу же нужно, если вы собираетесь садить картофель, то не перепахивая весной, сразу нужно вот наделать рядки и посадить картофель в этот момент. Урожай картофеля не всегда бывает богатым. Первый год у нас так было средненько. В том году из-за того, что было июнь у нас дождливый, что, судя по уточнениям местных жителей, это было очень-очень редко, чтобы в июне шли дожди. И, естественно, рост основной картофеля приходится на июнь месяца, май-июнь. В июне уже, кстати, и выкапывают первый раз. И из-за обильных дождей и тепла в этом году картофеля было вполне даже хорошо. Я, конечно, сократила одну грядочку, не стала садить, но и зря. Ну, кто знал, я думала, по опыту первого года мне хватило бы это, потому что не вижу смысла этим заниматься. Просто хочется все-таки с картошечку кушать со своего огорода, потому что здесь в магазинах местные сорта и на рынке мне вот не нравится. Она совсем не сибирская.
По вкусу оно как мыло. Ну, невкусно. Нету ни такого ярко выраженного вкуса. Поэтому на рынке, ну, вообще местная картошка мне не нравится. Эту садила посадку, привозила с собой на семена. Семенной картофель, кстати. В этом году я от родителей привезла семенной картофель. Вот посмотрим опять вот этот наш картофель, как будет расти здесь. Второй раз урожай картофеля. Судя по опыту 2 лет, я больше садить не буду. Она, в принципе, растет, но она растет мелко. И в тот период, когда вот посадите в конце июня второй урожай, надо учитывать то, что будет начинаться самый пик жары. То есть бывает так, что картофель, несмотря на то, что вы его поливаете, он просто, как сказать, спекается в этой земле. Горячая все равно земля нагревается очень сильно. И из этого картофель плохо растет. Ну, то есть маленький урожай. Я не вижу смысла второй раз садить и тратить на это полив и свое время. Так что второй раз я больше садить не буду. Немного хочу заметить про капустку. Первая капустка, конечно, растет очень-очень хорошо. Ее главное, конечно, поливать. Но первое время весной нужно укрывать. Я укрывала акрилом, такие парнички мы покупали в светофоре. Кстати, классные, недорогие, быстро разводимые, быстро съемные. Вот они как бы защищали от бабочек, чтобы бабочки не откладывали личинки и чтобы не ели. Ну, от мошки, конечно, это не спасет, но хотя бы так. Тем не менее, капуста, конечно, вырастает, но она не такая шикарно, как на севере, потому что, ну, на севере, вы же знаете, что капусту уже рубят перед морозами, первыми заморозками, а то и нужно, чтобы первые морозы все-таки прошли, тогда только капусту рубят. Здесь же, ну, ее не будешь до осени держать, потому как она, во-первых, она начинает лопаться, она перерастает, даже сорта, которые считаются позднеспелыми, она начинается лопать. И из-за быстрого роста она не становится такой плотной, какой бы хотелось. Она немножко такая рыхловатая. В общем, сочность и вкус капусты, несмотря на то, что я садила те же самые сорта, что есть на севере, вкус это точно такого же сорта, здесь он мне не понравился. В общем, я решила, что капусту тоже больше садить не буду. В магазине сейчас вот на данный момент средний кочан капусты стоит 15-20 рублей. Мы не так часто ее едим, поэтому не вижу смысла занимать место в огороде. Больше капусту тоже садить не буду. Ну что, поговорим о зелени. Ну, это само собой, зелень, мне кажется, растет вообще во всех регионах и везде. Здесь ее можно садить бесконечно. Не то что 2-3 раза, а даже по 4 раза. Я имею в виду такие, как укроп, потом шпинат. Вот такие быстро растущие зелень. Петрушка здесь под зиму. Если в том году у меня замерзла только в заморозке, это в феврале, то есть до февраля у нас петрушечка была. Немного составляет сложность это выращивание огурцов. Как я считаю, лучше выращивать их в теплице. У нас пока ее нет, но надо планировать. И вообще не только огурцы, но и помидоры нужно прикрывать чем-то. Сейчас придумали очень хороший вариант. Есть такая теневая сетка. Натягивайте над своим огородиком. И она защищает от прямых солнечных лучей, которые вот и обжигают. Конечно, от ветра сухого есть такие здесь еще ветры суховеи, от которых может засохнуть не только в огороде растения, но и к тому же плодовые деревья. В том году как раз у нас такой ветер прошел. Позапрошлый год не было, а в том году прошел. И наши молодые некоторые деревья посохли именно, макушки посохли именно вот из такого суховея. Так, что еще забыла сказать? Ну, про свеклу и морковь садится также весной, как обычно. Кто-то говорит, что нужно убирать уже под осени. То есть, не знаю, вот как вариант. То есть, получается, здесь рост моркови и свеклы становится дольше. Но я так пробовала. У меня начинается лопать и морковь, и свекла. То есть, банально из-за того, что перерост уже происходит. Как умудряются люди сохранять, посадив свеклу и морковь
в апреле и тянуть до сентября-октября, я не понимаю. У меня пока это не получается. Написано и на пакетах, и вообще при посадке, как рекомендуется, что урожай 3 месяца. Так вот, в принципе, он вызревает, убираешь, убираешь. Если у вас в подвале хорошо хранится, то можно убирать до как раз вот до жары, когда начинается само пекло, когда вот земля нагревается, возможно, из этого и лопаться эти овощи, хотя и поливаться. В общем, не знаю, у меня с этим пока немного проблемы, не знаю, попробую как-то посадить, может быть, даже под зиму, не знаю, я пока насчет этого вопроса думаю. Так что, про огород вроде все. Хочу еще добавить про плодовые деревья. Здесь на юге вообще у меня столько препаратов за всю жизнь огородничества не было. Здесь кто-нибудь, да чего-нибудь, какая-нибудь букашка съедает. То одна, то другая, то третья. Все какие-то новые, незнакомые. И так на протяжении всего сезона, начиная с самой весны и до, ну, можно сказать, до зимы, кто-нибудь да повреждает растения, деревья. Поэтому нужно обрабатывать. Я даже завела вот такую коробку. Смотрите, сколько у меня сейчас. Кстати, это еще не в полной мере препараты, которые нужно. И удобрения у меня еще есть в бутылочках. И есть им препараты, которые нужно докупить. Это у меня, как можно сказать, сезон еще не начался, поэтому что-то закончилось. Нужно сейчас на днях поедем в Ейске и докуплю полный набор, чтобы подготовиться уже к сезону. Потому что бегать без конца, когда кто-то что-то появится из букашечек, кто чего ест, нужно реагировать на это быстро. Потому что замедление день-два, и можно повредить урожай и фрукты, и овощи. Поэтому в наличии нужно иметь обязательно препараты те, которые вот на первое время хотя бы спасают от всего. В принципе, все, конечно, препараты нужны. Я еще не совсем изучила, что к чему и как, но для меня это немножко сложновато, потому что раньше я не пользовалась никакими препаратами. На севере у нас было, ну, максимум это слизни, потому что было в последние годы много шло дождей, и было много слизней, которые съедали тот же самый урожай. Ну и, ну, может быть, муравьи где-то появлялись. Ну, в принципе, и все, больше вредителей никаких там нет. Ну и понятно, что там условия для них не такие, как на юге. А здесь по-другому. Здесь приходится вот такие вот химические препараты покупать, потому что без этого не выйдет полноценного урожая, какой хотелось бы. Ну, вот такие результаты у меня были за 2 года. Кстати, я записываю себе в тетрадку. Ну, у меня эта привычка уже давно, то есть я веду такую книгу, еще там в Костромской области вела, о что когда посадила, у меня есть записная книжка, что когда посадила, чего когда выросла и чего когда убрала. А здесь же я тоже продолжаю то же самое, то есть у меня есть записи, по которым я ориентируюсь сейчас в дальнейшем, какие-то поправки, себе замечания пишу, что когда, чтобы я сделала следующий год с изменениями. Хочу сказать, что первый год, когда мы приехали, слава богу, вот у нас есть по огороду местная соседка, она, то есть, подсказывала. А так как я всю жизнь с огородом, я привыкла и не могу без этого никак. Пусть даже и неудачи, но я пока этим буду заниматься. Здесь можно садить и 2 урожая. Но хочу еще добавить про теплицу. Конечно, хотела бы очень-очень теплицу. Ну, пока нет такой возможности, но это надо, конечно. Хотя бы одну тепличку в доме, если вы планируете что-то растить, то тепличка хотя бы одна, да, нужна. А, так, ну что, если будут еще какие-то вопросы, задавайте. Вдруг нужно будет что-то уточнить, поэтому задавайте вопросы. А на этом все. Всем удачи, всем пока.